Время – идеальный убийца. От него никому не уйти. Важно только одно. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностями. Джек. Как у меня. Ничего не вышло. Джек. Конечно. Мы попрыгали во времени. Джек. Не поспеваете за мной? Ладно. С чего начнем? Спрашивайте. Начнем сначала. С вашего прибытия в Риверпортский университет. Я приехал к своему лучшему другу Полу Сарину. Он хотел мне показать, над чем работал. И еще это касалось моего брата Уилла. Пол сказал, это изменит мир. И не соврал. Ой! Эй, ты! Смотри, куда прешь, козлина! Отвали! Уйди с дороги! Овца. Риверпортский университет. Эй, спасибо, что подвез. Не за что. Вас не было 6 лет. С Полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? Просто рад был встретиться с Полом. Пол! Я доехал до кампуса. Ты где? Же я рад тебя слышать. В общем, иди во внутренний дворик и направо. Увидишь такое забавное здание. Там свет горит. Это физфак. Я тебя там встречу. Приходи скорее. Ты так и не сказал, о чем пойдет речь. Я знаю. Жду тебя. Почему было не подождать? Зачем в 4 утра? Пол любил эффектные сцены. Жутковатый субъект. Эй! Не подскажете, где факультет физики? Большую железную черепаху у меня за спиной видишь. Мимо не пройдешь. Спасибо. Дед, может, домой пойдем?
Всем привет! А ночную смену завершаю я, Бобби Редфорд. Как дела, Риверпорт? Засиделись допоздна? Просыпаетесь? Или ползете к кроватям? А может, вы уже спите? Понимаю. В центре нынче тухло, если, конечно, вы не рядом с Риверпортским университетом, где до сих пор митингуют против Monarch Solutions. Тут дело такое, Monarch хочет снести старую библиотеку и построить что-то другое. А митингующие говорят, что старое здание – памятник архитектуры и не хотят, чтобы Monarch сожрал еще один кусочек Риверпорта. А что же я? Я тут на стороне активистов. Конечно, новое здание Monarch будет красивым и блестящим, но, блин, кого это волнует? Я люблю старую библиотеку, ну и что, что она на части рассыпается? Я люблю вещи с характером, а Monarch? У них все одинаково, как новые смартфоны. Можете меня, конечно, считать хипстером, но разве обязательно носить супер-пупер экологичные кеды и наскаровскую кепку, чтобы предпочитать маленький семейный ресторанчик со своим характером очередному безликому Олив Гардену? И все же, как не тяжело признавать, боюсь, дело решено. Завтра Monarch несет библиотеку, чтобы мы не говорили. Можно собираться, идти домой и готовиться к новой битве. Они ведь на этом не остановятся. Ну, Эми, давай, заканчивай! Видно было, что студенты ничего не добьются. Мне стало их жалко. Если ты из того братства, то могу тебя поздравить. Нас закрывают. Эй, я с миром. Друга тут ищу. В 4 утра? Да, сам в шоке. Ну, мы тут пытаемся привлечь внимание к тому, что творит Monarch Solutions. Если хочешь знать, как они нас имеют, спрашивай. И что же они творят? Ну, смотри. Как тебе понравится, если какая-нибудь огромная корпорация возьмет и нагадит на твою историю? Ничего себе начало. Вот именно. Вон той красивой библиотеке больше 100 лет. Это объект культурного наследия. А Monarch Solutions планирует завтра ее снести. Хочешь знать зачем? У нас тут есть схема со всеми подробностями. Ну, посмотри на схему. Monarch хочет снести библиотеку ради очередной лаборатории. И знаешь зачем? Ты мне, конечно, сейчас расскажешь. Во имя своих корпоративных целей. Посмотри сюда. Они постепенно захватывают город, а никто про это словно знать не желает. Жуть, да и только. Слушай, я пойду поищу своего друга, а ты уж тут не давай им спуску. Ну ладно. Приятной ночи, голубки. Да нет, не для этого. Of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Every story finds its writer. Wake
Jake has a bloody knife in his hand. The light of the flash, he smiles a wicked smile. He lies in the blood on his face, eyes staring. That lies beneath in the dark. Пол всегда был жаден до успеха. Энтузиаст. Без него не обходился ни один список лучших молодых профессионалов. А теперь он руководил гигантским проектом в университете. Очень для него важным. Эй, митинг закончился. Иди домой. Я здесь не за тем. Погоди тревогу бить. Козел. От скромности ты не умрешь, Пол. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Сукин сын. Джек Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин. Как жизнь, толстосум? Заткнись и иди сюда. С возвращением. 6 лет. Я уж думал, ты никогда не вернешься. Да, я тоже. Идем. Сюда. Нам надо в лабораторию наверх. Долетел нормально? Не то слово, спасибо. Помнишь, как мы по Юте катались? А какой был фургон? Я так понял, у Уилла не будет. Он не знает, что мы здесь. Я знал, что Пол по этому проекту советовался с моим братом Уиллом. У меня не было родных, кроме Уилла, но он был сложным человеком. Сколько ты заплатил, чтобы это сюда вывесить к моему приезду? Ну, не так уж я тщеславен. Ого, Пол, тебе тут не тесно? Ну, сам понимаешь, бизнесмену нужно, чтобы было где в гольф поиграть. Инцидент? Уилл, твою ж дивизию, что ты еще отмочил?
Обещаю, тебя ждет кое-что куда покруче приемной. Посмотрим, посмотрим. Сюда, Джек. Наверх. Неплохо так у тебя все устроено. Что сказать? Я умею доить богатеньких инвесторов. Я смотрю, монарху достается от активистов. Да, и я удивлен, что ты не с ними. Ты же обожаешь подобные глупости. Ты тоже их обожал, пока не продался. Ну, не скажи. Быть богатым и успешным не так уж и плохо. Очень рекомендую. Эй, Джек, сюда, нам наверх. Ты чего-то не договариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Если Уилл что-то натворил, то... Джек, старина, пойми, я не просто так держал это в тайне. Наш проект — это прорыв, он изменит мир. Предвижу очередное многословное выступление. Ну что ты? Ой, что это? Неужели презентация моего проекта? Как это, кстати? И кто же ее сюда положил? Подумать только. Ладно. Шутки в сторону. Джек, лаборатория здесь. Идем. Успеется с лабораторией. Показывай свою презентацию. Тебе же не терпится, я вижу. Валяй, ошеломи меня. Ну, как скажешь. Прогресс. Движущая сила нашего вида. Мы научились лечить смертельно опасные болезни. Мы исследовали мир. О, нет. В нем заговорил маркетолог. Не сбивай меня. Но есть нечто, что тормозит этот прогресс. Само время. Я не ученый, но мне это объяснили так. Мы знаем теоретически, что вращение черной дыры вызывает искажение пространственно-временного континуума и потенциально делает возможными путешествия сквозь него. Несколько лет назад твой брат Уильям Джойс предположил существование особых частиц, хрононов. Сейчас известно как частицы Майера Джойса. Они составляют всеохватное поле, обеспечивающее равномерное и непрерывное течение времени. Здесь, в проекте «Променад», мы объединили эти две теории и обнаружили способ воздействовать на это поле. Результаты ошеломительные. Это не все. Но для начала хватит. Ладно, давай к делу. Так это квантовая физика. Уилл годами копался в этом руднике. Ты поэтому привлек моего брата? После смерти доктора Кима твой брат был первым кандидатом на его место. Вон, Джек. Вон оно, мое детище.
Добро пожаловать на проект «Променад». Ого! Финансирование у вас что надо? Что это вообще такое? Это будущее, Джек. Перед тобой величайшее открытие нашего времени. Впечатляет, конечно, но наука — это же по части Уилла. Я-то здесь зачем? Я не просто так это среди ночи затеял. Мне нужен надежный человек. Ты мне должен помочь убедить Уилла. Да, я подозревал. Когда твой брат осознал масштаб нашего проекта, он... Ну, ты знаешь Уилла. Да уж. Погоди, возьму кое-что со стола. Он поднял шум, напугал инвесторов, кричал про ошибки в расчетах, про опасность. И все без доказательств. Она работает, но нужна демонстрация, или нам перекроют финансирование. Джек, ты знаешь, мне нелегко просить о помощи, но у меня нет выбора. Понимаешь, мои испытания, они не вполне законны, а ты единственный, кому я могу доверять. Не знаю, что натворил Уилл, но я хочу это исправить. Брата я любил, но он был ни разу не подарок. Там уже, по сути, все готово, только кнопку нажать, но я хотел, чтобы это был именно ты. Джек, спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать.
нажми вон на тот рычаг с надписью «Хрононопровод». Он активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Продолжай нажимать, Джек. Это запускается хрононопровод. Ты уверен, что так должно быть? Все показатели стабильны. Что это было? Ядро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра. Так что при активации возможна небольшая турбулентность. Черная дыра? А мы вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Сюда. Нужно поднять коридор. Все как в старые времена, да? Немного незаконно и безбашенно. Мы с Полом немало натворили в прошлом, но сейчас все было по-другому. Однако я не осознавал, насколько серьезными и масштабными могут быть последствия. Да и откуда мне знать? Но я знал Пола. Он делал вид, что ему все нипочем, но я видел, что он нервничает. Работает! Джек, она работает! Ты глазам не поверишь. Вот, возьми. Это ключ для активации коридора. Джек, ключ. Ну или да, почитай мою личную переписку. Куда нам спешить? И втягивал меня в эти дела обычно ты. Я? Тебя? Вспомни Юту. Ага. Да, признаю. Насколько мне известно, ты в последние годы и без меня нашел себе кучу неприятностей. Ну, я же их обожаю. Нам нужно повернуть ключи одновременно. Мера предосторожности. Готов? Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем, вот верно? Сейчас и узнаем. 3, 2, 1. Джек! Что? Ты же не сказал ноль. Знаешь, что такие вещи нужно обговаривать. Ладно, поворачивай ты, а я за тобой. Сойдет. Черт, Пол! Что? Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой. И переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена машина. Путник
Стоп, стоп, стоп. Это проход для... Ты хочешь зайти в эту штуку? В машину. Сквозь время. Это, мать ее, машина времени. Я буду первым, Джек. А ты моим свидетелем. Пол, ты спятил, что ли? А вдруг что случится? Что происходит? Мы уже испытывали машину. Она работает. Она готова. Все проверки прошли успешно. Сейчас мы будем творить историю, Джек. Все, что от тебя требуется, повернуть тот переключатель. На 2 минуты в прошлое. Запомни этот момент. Пол, что? Как? Все. Все в порядке. Все нормально, успокойся, Джек. Успокойся, да ты... Тебя двое, ты, мать твою, раздвоился. Именно это и должно было произойти. Это он это я. Будущий я, вернувшийся из... Из 2 минут тому вперед. Твой злой двойник из будущего. Получилось. Охренеть можно, ты только... Представь, что это даст. Мы сможем предупреждать людей о грядущих катастрофах. О будущих катастрофах, пресекать на корню эпидемии. Я только что это говорил. Ну и со стороны звучит хорошо. Господи боже. Теперь заходи в машину. Нужно завершить цикл. Ага. Да. Конечно. Подожди, Пол. Ты что делаешь? Это все большая петля, Джек. Я должен войти в машину и отправиться в прошлое в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы оказаться здесь. А если не войдешь? Нет никаких «если». Я здесь. Это случилось. Ты же видел, Джек. Получилось. Но это невозможно. Это буквально невозможно. То есть я даже не могу... Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление. Поставь ее на 5 минут в будущее. Что ты делаешь? Ой. Джек. Уилл? Помоги отключить. Надо отключить ее сейчас же. Нет, 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 останови его! Замолчи! Он повредит ядро! Погоди, нельзя выключать, там пол внутри! Уилл! Замолчи! Посмотри сюда! Опусти пушку и поговорим. Ладно? У нас нет времени. У тебя мысли спутались, опусти пушку! Господи боже, Уилл! Время скоро закончится. Джек, поверь мне. Иначе что? Останови его! Нет, я должен тебя выпустить. О, черт! О, нет! Нет, 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 нет! О, нет! Нет! Ты в порядке? Похоже на то. Я смогу выбраться. Займись Уиллом. Да. Ладно. У меня в ушах звучали слова Уилла. Время на исходе.